кто такой мистер Медведь? Этот случай якобы произошел в 1999 году в Канаде. Однажды блогер по имени Эллиот наткнулся на местный телеканал, который транслировал весьма необычное и даже страшное шоу. Увиденное настолько шокировало парня, что он решил провести собственное расследование и выяснить, кто стоит за всем этим. Вскоре Эллиоту удалось выведать, что канал принадлежит местному маньяку-мафиози, а его служащие заманивают на шоу детей, дабы принести их в жертву. Одна из передач, которая транслировалась на этом канале, называлась «Подвал мистера Медведя». Суть ее заключалась в том, что психопат, одетый в костюм медведя, изгалялся перед камерой и говорил странные, а временами и вовсе несуразные вещи. То есть вел себя абсолютно неадекватно. Вся эта психоделия выглядела очень жутко. Да и как еще могут выглядеть пляски шизофреника в костюме медведя? Причем в промокшем сыром подвале. В одном эпизоде мистер Медведь злобно отругал детей. В другом он вышел из себя и побежал прямо на ребенка, отчего малыш громко закричал.